Узы дружбы между Узбекистаном и Кореей имеют свою уникальную историю. Схожий менталитет, традиции и духовные ценности тесно связаны между собой. Это касается и сферы образования. С каждым годом растет количество высших учебных заведений, где нашу молодежь обучают передовой корейской практике, отвечающей мировым стандартам. В рамках мероприятия, прошедшего в университете Ёджу, студентов также ознакомили с тонкостями корейского языка, обычаями и традициями народа этой страны. Узбекистан и Корея – далекие лишь территориально, но в основном максимально понимающие и поддерживающие друг друга страны. За последние годы открыт целый ряд совместных образовательных учреждений и вузов в нашей стране, в том числе Южнокорейский технический институт, где внедрены новые подходы обучения, в основе которых передовая корейская практика, отвечающая мировым стандартам. Уже вошло в традицию здесь ежегодно вместе отмечать наступление Нового года и поощрять особо отличившихся студентов, тем самым мотивируя их в стремлении к новым рубежам и начинаниям. На данном фестивале наши студенты демонстрируют свои знания по нескольким направлениям, которые они получили в процессе обучения. И особо отличившимся нашим студентам будут вручены ценные подарки. Корейские специалисты говорят, что главный критерий эффективности их работы в том, что узбекская молодежь на высоком уровне осваивает корейский язык. Сегодняшнее мероприятие – это творческий конкурс, где принимают участие студенты с первого по третьи курсы. После проверки их творческих работ можно сказать, что их уровень знаний очень высок. Это отражение качества образования в нашем учебном заведении. Основная цель данного фестиваля – познакомить студентов с культурой, обычаями и традициями Республики Корея. Конкурсы сочинений ораторского искусства, интеллектуальные игры с вопросами об истории страны-партнера вызвали большой интерес среди студентов. И в том, насколько легко студенты проходят сквозь конкурсы и задания, отражается уровень получаемых здесь знаний, равно как условия, созданные государством заботой о молодом поколении талантов.